Продажа железобетонных изделий, плиты, перекрытия, перемычки, блоки, сваи, колодезные кольца, лестничные марши, бетон и многое другое. Производственно-строительный комплекс «Перспектива». 30-летний опыт высококачественных железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства. Телефон 30 60 60. Тарифы на мусор снова проверят. На этот раз в антимонопольную службу пожаловались предприниматели. Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Антимонопольная служба снова проверит тарифы на мусор. В управление обратились предприниматели, которые не понимают, как производились расчеты тарифа. Министерство энергетики и ЖКХ уже получало от УФАС предупреждение. Тогда Минэнерго пришлось изменить порядок расчета платы для частных домов. В Кировской области выросла заболеваемость педикулезом. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре. С января по июль этого года специалисты выявили почти 500 случаев. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Педикулез был обнаружен у детей практически во всех возрастных группах, особенно у школьников до 14 лет. Родители перед началом учебного года специалисты просят осмотреть своего ребенка. В Кировской области в частных детских садах создадут 216 мест за счет бюджета. В них откроют группы кратковременного пребывания детей и корпоративные группы. Таким образом, в правительстве области собираются частично решить проблему дефицита мест в садах. В 2020 году планируется создать 18 групп на 216 мест в частных детских садах. Субсидии направят из федерального бюджета. В Кировстате назвали специальности, которые оказались популярными у выпускников вузов и техникумов. Чаще всего мужчины предпочитают профессию инженера или технолога. Девушки выбирают науки об обществе, образовании и педагогические науки. Кировстат сообщает, что из общего числа выпускников трудоустраивается 88%.